Мои дорогие, мои любимые, привет! Добрый день! Добрый день! Погода роскошная сегодня. Нет такой изнуряющей жары, но очень тепло. И сегодня присутствует небольшой ветерок. Я дома занималась делами. Одно из дел – волосы покрасила. Волосы покрасила. Вот недавно смыла. Цвет, да, стал как-то побогаче. Сейчас думаю поставить стирку, приготовить завтрак, да пойти к морю. А что мне еще делать, да? Одеяло пуховое. Второй день на балконе. Солнечные такие деньки. Я кручу, просохнет хорошо перо и уберу его на лето. Роскошная погода, роскошная. Ой, настроение роскошное. Просто супер. Этот флаг Галатасарай, футбольная команда, его вывесили, когда Галатасарай победили. Вот, наверное, дня два уже висит, может быть, три. Прибиралась в холодильнике. Кое-что перекладывала, овощи, фрукты, зелень, и мешки были немножко влажные. Я думаю, их нужно просушить на балконе, а потом убрать, для того, чтобы потом складывать в них мусор. Так. Посуда, полная раковина. Чем я занималась? А я вот другими делами занималась. Другими. Покрасила волосы, зашила лифчик. Сейчас пойду стирку поставлю. Приготовила уже мусор на выход. Здесь лепестки роз, которые... Кстати, как я вспомнила, хорошо. Лепестки роз нужно залить водичкой. Сейчас я скипячу и буду умываться розовой водой. Да. Сейчас я себе сделаю красоту на виду. Так. Лепестки роз сюда залью. Так, здесь черешня, крупная ягода, обалденная просто. Стирку сейчас поставлю. Вы заметили, да, что у меня кожа практически восстановилась. Да я даже говорю, что восстановилась. Раковину почистить. Сейчас у меня стечет. И поставлю полотенце на стирку. Полотенце. Купальник один останется, только не стиранный. Постоянно что-то стираешь, постоянно что-то мутишь, крутишь. Пойду себе завтрак приготовлю. Он же будет обедом. Так. Кусок мыла. А, не это мыло. Сейчас другое мыло использую. Вот это мыло. Вот это мыло открою. В душе буду и мыться. Огурчиком пахнет. Огурчики, помидорчики. Меня милый целовал в коридорчике. Целовал вчера, целовал. Ох, целовал в коридорчике. Целовал. Сегодня не будет целовать, потому что сегодня мы не увидимся. Завтра мы не увидимся. В субботу будет целовать. В кровать. Ёпсель-мопсель, я забыла футболку положить, в которой волосы красила. Так.
Ну, Инна, ну, Инна. Запариваю лепестки роз. Думаете, зачем? Чтобы стать еще красивее. Буду умываться. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, суп надо поставить. Все портится. Ягоду перебрала, зелень перебрала. Знаете, это столько требует времени. Тут все перечистила. Сейчас поставлю бульон. Вот так вот. Это крышка не от этого. Для блогеров, кто снимает лайв-контент, им хорошо одновременно и плохо. Вот я столько дел переделала, я могла в это время видео снимать. А я не снимала. Так, знаешь, что-то хожу на балдышке, а потом думаю, просто, так, хочу снимать. Ну, о чем тогда говорить? У меня лайв-контент. Уже курочку помыла, сейчас поставлю ее бульончик. Она уже стекла. С посуду помою, надо волосы забрать, жарко. Они такие полусырые. Полусырые, полусырые, полусырые. Мне кажется, машинка достиралась. Хорошо. С делами позанимаюсь. И то, и все, и пятое, и десятое. Так, вот эту вот сковородку надо помыть. Вот это вот надо помыть. Так, ее пока сюда ставлю. Курочку. Пускай вот здесь варится. Блять, Инна. Так. Буду варить всю. Она всего лишь 1,6 кг. Она небольшая. Остатки оставлю на... буду делать омлет, либо на бутерброд. Курятинка. Так. Суп, наверное, не вся пойдет. Но пускай сварится вся. Так, это поставила. Вымыть руки и забрать волосы. Забрать волосы и продолжать дальше заниматься делами. Ой, ой, ой. Столько дел, да? Вроде бы ничего не делаешь, а день уходит. Еще горячий лепестки роз. Так, машинка. А там еще только полотенце. Но для того, чтобы развесить полотенце, нужно одеяло убрать. Окна протерла, кстати. Вот это вот. И которая близкая, вот это вот. На балконе экраны помыла. Так, бульон. Бульон сварю. Это уже полдела. Это уже практически суп. Я же вчера суп так и не сварила. Я так и не сварила. Я даже не вспомнила. Так, кофе. Кофе, кофе, кофе. У меня вода. Вода еще есть, баклажка 5 литров. Если сегодня воду забуду купить, то ничего страшного. Но завтра это уже будет страшно. Так. Блядь, кофе надо молоть. Боже, я не хочу ничего молоть. А как не молоть? Ну а как не молоть? Кто придет? Кто помелет? А как не молоть? Блядь, столько дел, столько дел. Ох, какой аромат потрясающий. Какой потрясающий аромат. Закончился кофе. Закончилось, блядь, все одновременно. Как обычно. Ну вот хозяйки поймут, знаете, например, делаешь... Например, заканчивается зубная паста, одновременно заканчивается и стиральный порошок, и шампунь, и все заканчивается одновременно. Как-то, блядь, все разом.
красовый, красовый кофе, авторская обжарка. Волосы, когда красила, не смыла. Ну просто смыла имеется в виду, но без шампуня. Потому что тут вот еще это, седина, она вот на открытом воздухе, да? Она еще впитается в кожу. Волосы будут, наверное, быть ближе ко сну, да. Отлично, отлично, отлично. Готово. Фу. Бульон варится, кофе варится. Фу. Жарко? Посмотрим, сколько градусов. Сам скажу, похвастаем. Ну, похвастаем, там у вас у большинства жаркая погода. У нас на Урале так вообще 34-38 жара стоит. Просто какая-то аномальная жара. Это вообще нереальная жара у нас на Урале. Можно в эту положить, потому что этот же кофе тут помолотый, не турецкий. Как у вас дела? Пишите в комментариях. Как у вас дела? Все ли в порядке? Сегодня, блядь, Инна высыпала половину, господи. Сегодня хотела Лена приехать в гости с Оксаной, но Ваня что-то приболел. У Лены сын. Отложили. Нужно быть с ребенком, нужно наблюдать за его состоянием. Поедут сегодня ко врачу. Не знаю, может быть получится встретиться, может быть не получится. Посмотрим. Если что, девочки, все равно приехали сюда на месяц. Так что мы увидимся еще. Я так и сказала, говорю, Лен, что вы переживаете? Ну и что, что договорились? Ну, говорит, ну договорились же. Я говорю, ну что договорились? Я говорю, я здесь, я вас всегда рада видеть. Придете, когда сможете. Вот и все, вот и все. После 4 пойду на море. Солнце будет спадать. После 4, да. Может быть, и суп уже сварю к тому времени. И такое есть вероятность. Так, кувшин помыла. Так, это убрать. Блять, кофе все рассыпали. Блять, ёбнутое создание. Просто ёбнутое создание. Сигарету хочу. И шампанского хочу. И есть хочу. Ну как, есть не особо хочу, если честно. Не особо. Вот есть не особо хочу. Я поела немножко. Когда проснулась, там колбаску сальчичон. Поела и черешню съела, этот поддон. Есть не особо. Но опять же, знаете, какой такой вопрос спорный. Была бы еда дома, я бы поела с удовольствием. А ты же понимаешь, что тебе готовить надо. И никто, блядь, не придет, не приготовит. Тебе это нужно делать самой, поэтому проще сказать, что я не хочу есть. А потом сразу пообедать и поужинать. Это, знаете, кайф от того, что у тебя дома есть еда готовая. Но на нее настроиться надо. Сейчас такие, что готовить одно удовольствие, тебе что делать, приготовь. Готовить одно удовольствие, да, когда вам это нравится.
когда это вам действительно приносит удовольствие. Вот мне не приносит. Мне не приносит. У меня посуда чистая в раковине, прям смытая, все, без завалов, без всяких. Моя посуда грязная, у некоторых такая чистая. Так что вот так вот. У меня в раковине никогда ничего не плавает, там, знаешь, вот какие-то остатки пищи. Моя посуда никогда не будет пахнуть там. Она у меня всегда смытая. Такая. Что делать? Зачем воду тратить? Пойду на балкон, выпью кофе, выкурю сигарету. И перед тем, как пойти на море, поем суп. Да. Да, да, да. Да, да, да. Огурчик. Огурчик, огурчик пододвинула рукой, которая намыленная. Я посуду не люблю мыть, но если мою, то мою так, что, блин, ни одна посудомойка никогда так не вымоет хорошо. Я прям вижу вот все косяки, все завалы. У многих дома в гостях берешь посуду, а она, знаешь, ощущение, блядь, что ее не мыли. Так ощущение, что вот ее просто пополоскали вот так вот водой и достали. У меня сейчас, слава богу, таких людей вообще в окружении не осталось. Красиво, да, тарелки? У меня в комнате на тумбочке перед кроватью на таких свечи стоят. А что у меня, смотрите, машинка постирала, посуда моется, волосы покрашены, суп варится. Блядь, слушай, какая баба, а? Какая я баба? Сейчас еще на море пойду, там куражну. Если даже у девочек получится сегодня, я буду рада. Может быть, и получится. Дети, это так ответственно, конечно, это так ответственно. И я это понимаю, я же сама будущая мать. А, блядь, будущая мать. За кофе не может уследить. Посмотрите. Как, блядь, за ребенком уследишь, смотри. Ты за кофе не можешь. Пала, блядь. Тарелка. Вот тут у меня белая тряпочка есть. Сейчас я... Еще кофе, блядь, рассыпанное на полу. Когда кофе-то я успела посыпать. Все, хватит. Я не хочу быть женщиной, которая моет посуду. Я хочу быть женщиной, которая сидит на балконе, пьет шампанское или кофе. И курит. Мне надо шторы покупать на балконе. Я об этом говорю. Вы думаете, я сделала? Я почистила раковину? Нет, я не почистила. Ой, вы думаете, я, как сказать, воду в раковине? Помните, у меня не уходила вода? Ну вот она сейчас уходит. Вот у меня проблем нет. Я пролила ее кипятком в этот же день. Вот мне сейчас вода уходит. Вот чуть-чуть стоит воды. Я купила все средства и все напугалась. Сейчас у меня все уходит, все прекрасно. Три средства стоят, и ванная уходит, все уходит. О чем я снимаю видео, да? Вот о чем я снимаю видео. Я хочу кофе. Все.
вот эту вот штуку тоже всегда мою. Вантус. Так, так, так. Полотенце, 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 полотенце. Фух. Так, мне нужно что сделать? Мне нужно достать полотенце, чтобы так протереть стол, что мало ли цветы выброшу сейчас, когда пойду выносить мусор. Один раз запачкала, здесь цветы перекладывала, здесь была пыльца. Бельишко развешаю, возьму сигаретку, возьму сигареточку, возьму кружечку кофе. Блять, не просто так-то все достать одной рукой, б-блогер. Момент же, блять, нужно еще каждый снимать. Ой, так, платье еще у меня тут. Понятно. И все. Так, оставляю открытый, чтобы все просохло. Это сюда. Так, это сюда. Это убираю вот сюда. Розовую водичку. Так, 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 так. Так, так, так. Так, так. Бедный, блядь, многострадальный огурец. Уже всеми руками его перелапала. А что, зачем воду отключила? Наливаю кофе и пошла на балкон. Хватит, блядь, сколько можно. Для себя даже не работаю, даже для себя, блядь, минутки найти не могу. Все уже, блядь, офигело. Потом смою, не убежит эта посуда. Всех дел не переделаешь, потом смою, похуй. Блядь, сука, еще сковородка. Кофе помели, то сделай, все сделай, блядь, заебалась. С утра пораньше уже, как белка в колесе, вот так вот. А представляете, ходила бы на работу, вообще бы ничего не успевала. Это какие-то меньшие вещи. Кофе помолоть там, то есть я понимаю, что вы делаете это на одном дыхании, но для меня это уже, блядь, стресс нахуй. Стрессина прямо. А он уже вся в поту. Сколько будем умолять? Потом еще полотенце высохнет. Полотенце высохнет еще раз. Повешу одеяло. Я должна быть уверена в пере, что она высохла. Ой, сейчас будем пить кофе, господи, сейчас хоть выдохну. Мой перфекционизм не позволил мне сесть пить кофе спокойно, пока я не смыла посуду. Все смыло, все сушится. Сковородка последняя, что осталось грязная в этом доме. И как хорошо, что у меня, что я не пью горячий кофе. Поэтому сейчас кофе уже в той стадии, в которой он должен быть. Так что говорить, белье уже наполовину развесило. Ой. Все уже наполовину сделала, вы понимаете? Белье уже практически высохло. Ставлю вас в угол, вообще подальше от всех солнечных лучей. Платье мое мятное. Очень я его люблю, оно такое обалденное. Платьишко.
Обожаю его. Какой порошок ароматный. О, вот я довольна. Чего же я эту футболку-то зеленую не застернула? О, блядь. Что такая футболка? Прости, это Василек. Ну и платье Василек, и полотенце Василек. Все. Сигарета и к морю. Кофе. Ой, как хорошо. Не под тем углом стояла камера. Как-то вот так вот. Кент. Ренч какой-то. Кент Ренч Грей. Рэндж Ровер, блядь. Кент Рэндж Ровер. Сейчас посмотрим, сколько погода. Фух. Так, мама сообщение не прослушала. Была в сети и не прослушала. Погода. Яндекс. Плюс 28 ощущается плюс 33. Вчера было плюс 27. Облачно с прояснениями. Тогда облачно. Средиземное море плюс 25. Высота волны 0,2. Период 3 секунды. 28 ощущается как плюс 33. Не видно вам, да, нихуя? Ну, поверьте на слово. А я думала, слушайте. А я в дом ходила, занималась делами. И я думала, если честно, то не так, как вчера. А ничего, тепло. Жара спадет вот днем. Сейчас суп доварю. Петушка доварю, достану. И быстренько овощи порежу. И потом уж за одним вынесу вот эти вот все. Там у меня пакет с мусором стоит. Ну, там пакет с мусором в основном там в бумаге, это, в бумаге лепестки роз. Он там, по сути, мусора-то и нет. Бутылка воды. Ну, сейчас у меня будет суп. Все. Не знаю, жду сообщения от Лены. Может быть, приедут, может быть, нет. Ну, скорее всего, нет. Дети, это важно. Я про себя знаю. Я же будущая мать. Сегодня какое число? Я даже не знаю. Сегодня 8 июня. 8 июня. Семь потов сошло уже. Приду с моря, у меня все высохнет. Все высохнет исключительно. Уже возьму свежее полотенце. Чистенько. Наверное, надо заканчивать на этом влог, потому что он будет очень длинный, долго грузить. Да и не о чем с вами, в принципе, болзарить. Течет со лба. Удивительно, что течет чистая вода, потому что волосы же покрашенные. Вот когда у меня краска была нанесенная на голове, сидела на диване, вот там присела по телефону поговорить, я такой красный, этот черный такой след. Потому что жарко. А главное, чтобы было в душе хорошая погода. Да. Мне нужны шторы. Мне нужны шторы. Срочно. Все, хватит, блядь. Мне нужно заняться этим вопросом. Очень жарко. Люблю вас. Пока. Спасибо за лайк.